рядом с Россией есть страна, в которой вам всегда рады. Страна, которую легко посетить. Армения – это страна, которая готова удивить и восхитить. Армения – это страна чудес. Удивительная страна. Ереван, построенный из вулканического туфа, возможно, самый красивый город мира. В этой маленькой стране можно встретить такие памятники и таких людей, которые могут стать украшением и гордостью всего мира. Армения – это страна, где дышит жизнью каждая маленькая улочка. На заре истории Армения была одной из колыбелей цивилизации. Если меня спросят, где на нашей планете можно встретить больше чудес, я бы назвала прежде всего Армению. Отпечаток величия. В ее недрах кипит жизнь. Поэтому здесь такая теплая земля, такая вода. Армения – это маленькая страна больших контрастов. Страна, где ближе яркого солнца только высокие горы. Страна мудрости и уважения. Армения останется в нашем сердце навсегда. В Армении звезды ближе.